مغلوب دیه یازلده من تقدر مکتوب ده خیانت که ینگلدم به وفایر قول ده او سینده نازگسی یک یورکم مزسی یک سن کارش لنج ده یشیده لیکن اونو دل دستی یک ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q 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 sevgiga ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q yo'q Малика! Малика! Не спеши. Послушай меня, Малика. Ты слышишь? Почему ты избегаешь меня? Держитесь от меня подальше. Я знаю, ты ушла от мужа, я в курсе этого. Давай, поговорим теперь по-человечески. Вы какой человек вообще? Мой отец там борется за свою жизнь, вы знаете это? А вы тут о чем говорите? Мне все надоело. И вы, и другие. Когда вы меня оставите в покое? Для меня сейчас самое главное – здоровье моего отца и ничего другое. Идите, уходите отсюда. Я вообще не хочу видеть вас. Малика. Почему? Почему? Почему, Малика? Что ты тут делаешь? Я не говорил, чтоб ты приходил в таком состоянии. Ну и в каком же я состоянии? Папа, у меня все в порядке. Эй, час назад ты еле стоял на ногах. Еще говоришь, что ты трезвый? С Полотеке все хорошо? Да, хорошо. Оказывается, все от нервов. Отдохнет немного и придет в себя. Поэтому лучше тебе не быть здесь. Почему? Я тоже в такой момент хочу поддержать их. Только смотри. Не вытворяй здесь ничего, понятно? Понял. Не создавай проблемы. Я сейчас приду. Хорошо. Где остальные? Мама в палате. А ты почему здесь сидишь? Что это за вопрос? Сорви нос. Идем. Прогуляемся вдвоем на свежем воздухе. И поговорим заодно. Сейчас я не в состоянии разговаривать с вами. Тебе что? Папу жалко. Если бы ты жалела отца, то в день свадьбы не сбежала бы с тем шахзодом. Да. Я такая дурная девочка. Я не переживаю об отце. Оставляю любимого человека в день свадьбы. Я такой человек. Сорвинос, успокойся. Почему вы все нападаете Сорвинос. На меня? Оставьте меня в покое. Сорвинос, все. Оставьте. Все, успокойся. Успокойся, дочка. Эй, как же надоело все. Что я тебе говорил? Я же говорил, чтобы не было проблем. А я что сказал? Я ничего не говорил. Все, все, прекрати. Лучше вы идите домой. Завтра поговорим. Давайте быстрее. Я останусь здесь, мама. Нет толку здесь оставаться. А ну-ка, идите домой. У нас никого дома нет. Ага. Вы заберете девочек?
Хорошо, да, заберу. Хорошо. Так как Пулат здесь, вы присматривайте за ним. Мама, дочка, сейчас не время говорить лишнее. Я сама присмотрю за отцом. Вы идите. Ладно. А ну-ка, идемте, идемте. Идите. И ты вперед иди. Идем. Идемте, девочки. Не беспокойтесь, я здесь. Идемте, идемте. Иди, дочка. Вы не беспокойтесь о дочерях, ладно? Хорошо, спасибо. Я пришла, Пулат. Ублюдок, ты должен умереть. Я давно должна была убить тебя. Нет, нет, у тебя не хватит сил. У тебя не хватит сил. Ты еще много проживешь. Еще много сюрпризов я тебе подготовила. Не торопись так быстро сдаваться. Ты обижаешь меня, Пулат? Вы? Подождите, я вспомнила вас. Что вы здесь делаете? Хотела проведать Пуладжана. Проведать? Пулат! Пулат! Выходи сюда! Пулат, я убью тебя! Убью! Слышишь, а? Уходи, отойди! Что позови вы делаете? Позови своего мужа, я убью его! Не кричите, я пожалуйста! Убью. Слышишь? Позови его! Позови кричите. Мужа! Позови! Дома девочки! Слышишь? Пожалуйста! В доме мои девочки. Они спят. Дочки, говоришь? После того случая я больше не видела вас. Почему вы не вернулись? На это есть причины. Вы? Вы не бабушка Шахзода? Это так. Я вроде бы все поняла. Тогда вы сказали, что разрушите мою семью. Теперь другими способами хотите навредить нам? Кто сказал, что из женщин не выйдет умных людей? Постойте. Если ваша цель разрушить нашу семью, то от меня хорошего не ждите. Если с моим мужем или дочерями что-нибудь случится, я сама подожгу ваш дом. Знаете, я не остановлюсь. Я тоже не собираюсь останавливаться. Я соскучился по маме. Позовите мне ее, пожалуйста. Позовите, я очень соскучился. Позовите маму. Я соскучился, бабушка. Прошу, я соскучился по папе и по маме. Позовите их.
Матушка Ойден, с вами что-то случилось? Зухра, с сегодняшнего дня ты мать моего внука. Ты будешь смотреть за ним, как за своим родным. А я... за то, что сделал Пулат, заставлю его раскаяться. Как скажете, матушка Айден. Будет так, как вы сказали. А ну-ка, идемте, девочки. Заходите. Тоже мне. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. А ушла из дома одна. Вернулись двое, что ли? Шахина, не начинай. Я тут подумала, кого из них назвать невесткой? Или обеих назвать невесткой? Шахина, зайди к себе. Зайди, говорю. Что тебе нужно в моем доме? Мама, пожалуйста. Мама, успокойтесь. Дорогой, почему эта девушка ходит в моем доме? Почему ты пришла в мой дом? Все, успокойтесь, мама. Сейчас я все волосы тебе повыдергиваю. Мама, пожалуйста. Перестань. Девушек я привез. Малика, отведи сестру в свою комнату. Заходите. Идите. Умит, да. Иди ты тоже в свою комнату. Папа... Я сказал, иди в комнату. Дорогой, что вы делаете? Ведь я стараюсь остудить Умида от нее. Я вас не понимаю. Пулат лежит в больнице, а жена смотрит за ним. Что, девушки одни останутся? Я привез ее вместе с нашей невесткой. Иди, зайди к себе. Лишь бы все хорошо закончилось. Вы никогда не понимали меня. Марика. Марика. Почему ты не хочешь смотреть на меня? Какая вам разница, буду смотреть я или нет? Почему ты так говоришь? Ведь мы же сестры с тобой, ты моя кровиночка. Это просто слова. Значит, ты еще не простила меня, да? Какая польза от моего прощения? Я вошла в тупик, вы понимаете? Все, что я делаю, не получается. Я замучилась, вы понимаете? Если бы я была, как вы, и сбежала далеко-далеко. Я не сбегала. Да? Вы не сбегали? Тогда почему вы сегодня пришли с Шахзодом? Вы откуда пришли? Вы знаете, сколько искал вас папа? Придачу из-за Шахзода вы назвали папу убийцей? Здесь есть то, что ты не знаешь. То, чего я не знаю? Неужели? Вы знаете, что много всего, чего вы не знаете. Знаете, что значит стать невестой за один день? Вы знаете, каково выйти замуж за нелюбимого человека? Знаете, каково жить с ним под одной крышей? А? Я вас спрашиваю, сестра, знаете? На самом деле, и в моем несчастье, и в несчастье у Медокя, и в том, что папа попал в больницу, во всем виноваты вы. Вы виноваты. Да, я. Я виновата. Будет хорошо, если я умру.
Я виновата! Если умру, тебе станет легче! Не болит? Нет. Спасибо тебе, Лобар. Не за что. Шахзод, ты же да. не сказал, что случилось с твоей рукой. Опять подрался, что ли? Нет. М. Об стену ударил. Об стену? Да. И что? Кто виновник этого? Виновник я. А то бы этот кулак попал бы кому-то другому. Шахзод, причина всех твоих неприятностей — сэр Винос, правильно? Ты так сильно ее любишь. Очень. Когда-нибудь полюбит ли меня кто-нибудь так сильно? Полюбит. Ты красивая, умная, только немного... Только что? Что немного? Брось. Говори теперь. Только что? Ты немного упрямая. Ой, вы посмотрите-ка. Эти слова говорит очень добрый человек, у которого нервы на месте. Ладно. Кстати, если проголодаешься, то попросишь хорошенько, я приготовлю. Давай. Значит, сегодня я останусь голодным. Сам знаешь. О, вы до сих пор не спите? Или у вас работа так поздно начинается? Эй, слушай сюда! Что ты делаешь? Ты что, языком треплешь разную чушь, а? Что ты делаешь? Отпусти! Я такое сделаю, что говорить не сможешь. Потом будешь думать, что говорить. Отпусти! А то ты я поняла сейчас... меня? Если еще раз мне, моей семье и особенно Малике будешь говорить такие слова, я выдерну твой язык. Мама! Поняла меня? Мама! Если хочешь жить спокойно, не забывай мои слова. А то я своими руками задушу тебя. Отпусти! Из-за того, что Малика молчит, не лезьте ей на голову. Я никому не дам обидеть свою сестру. Поняла меня? Мама! Мама! Что? Она убьет меня! Что? Что ты делаешь? Это что такое? Мама, а если бы вы не пришли, она бы убила меня. Эй, ты! Слушай меня. Находясь в моем доме, переступив мой порог, почему ты так поступаешь, а? Я и раньше, и сейчас не делала ничего постыдного. Она еще говорит. Шахин, иди к себе в комнату. Мама. Иди к себе, дочка. Слушай меня. По-хорошему уйди с моего дома, а то я сама знаю, что делать. Убирайся! Шахзод, почему ты не спишь? Тетя, мне не спится. Что опять случилось, сынок? Я замучился. Почему? С одной стороны, сэр Винос. С другой бабушка, которая жаждет мести. Ты сам чего хочешь? Быть счастливым, сэр Винос, и чтобы бабушка дала согласие. Лишь бы мне не сгореть, чтобы добиться этого. Не переживай, сынок. Все будет хорошо. Ладно. Ты тоже отдыхай, ладно? Спокойной ночи.
Она подняла на меня руку. Ты еще ответишь за это. И твой черед тоже придет. Посмотришь. Шахина. Вы не видели мою сестру? Наверное, сгинула куда-то. Вы случайно не видели, куда она пошла? Откуда я знаю? Разве вас можно понять? Вы сделали этот день самым плохим для меня. Ни днем, ни ночью нет покоя. Извиняюсь, Шахина. Вы всегда отделываетесь извинениями. Наверное, нет дешевле ничего. Вы разрушили нашу семейную жизнь. Шахина, вы переборщили. Просто я вам не нравлюсь. Вы не беспокойтесь. Как все уладится, я уйду отсюда. Да бросьте, а? Какому вашему слову верить мне? Вы опять схитрите, чтобы остаться в этом доме. Я устала. Выйдите отсюда. Выйдите, я говорю. Извиняюсь. Спокойной ночи. Я еще покажу вам. Сарвнос, что ты тут делаешь? Убейте меня. Сарвнос. Убейте. Ты в своем уме? Дай мне нож. Не играй с ножом. Сарвнос. Сарвнос. Убейте меня. Убейте и поставьте точку. Из-за меня все страдают. Вы во всем виноваты. Убейте меня. Утолите жажду мести. Тогда вы успокоитесь. Сарвнос, успокойся. Из-за меня папа лежит в реанимации. Как я прощу себя, если с ним что-нибудь случится? Успокойся. Из-за вас я назвала его убийцей. Может, это вранье вашей бабушки? Эй! Моя бабушка никогда так не скажет, если тебе жалко, что твой отец без сознания. А моя бабушка всю жизнь страдает из-за смерти моего отца и беременной невесты. Ты понимаешь это? Поэтому я и дала вам этот нож. Убейте меня, убейте. Я не могу убить тебя. Не могу. Потому что люблю тебя. Что здесь происходит? Что может быть? Я пришла дать вам свою душу. Возьмите мою душу и поставьте точку. Даже не думай уходить на тот свет, не увидев даже половины того, что я увидела. Бабушка. Убейте меня, пожалуйста. Убейте меня, пожалуйста, пожалуйста. Убейте меня, прошу вас. Только оставьте в покое мою семью. Бабушка. Бабушка. Сарвнос. Сарвнос. Что с тобой, Сарвнос? Очнись. Сейчас. Что ты делаешь? Звоню в скорую. Не обязательно. Бабушка. Она сильно понервничала. Заведи ее домой. Сарвнос. Сейчас. Сейчас. Саджида. Саджида. О, дорогой. Саджида. Вы пришли в себя. Слава Богу. Где мои дочки? Я не убийца. Все, успокойтесь. Я не убийца. Я не убийца. Я должен все им объяснить. Дорогой, успокойтесь. Вам нельзя волноваться. Мои девочки. Я отправила дочерей домой. Не беспокойтесь. Сейчас они у наших сватов.
Я сама разрешила уйти. Я должен сорвинос. Все, дорогой, все. Не поднимайте голову, все. Она думает, что я убийца. Не так, не так, дорогой. Шахзод наврал ей. И сам это прекрасно знает. Она сожалеет о том, что сказала. Я... Сейчас не время думать о дочерях. Думайте о себе. Встаньте на ноги. Потом все хорошенько обсудим. Я не убийца. Бабушка, все произошло из-за меня. Я слишком переборщил. Я водил сорвинос на могилу моих родителей. Зачем? Она винила меня в своем несчастье. Чтобы оправдать себя, я повел ее туда. Я был вынужден. Она накричала на отца, сказав, что он убийца, а Пулат упал без сознания. Понятно. Бабушка. Может, повезем сорвинос в больницу? Не стоит ее возить туда, она просто без сознания. Не бойся, она придет в себя. Ты рядом посиди. Я у себя буду. Хорошо. Спокойной ночи вам. Да. Сегодня был очень хороший день. Куда она могла пойти в такой час? Зачем я так ей сказала? Сейчас было не время. Я сама дура. Я пишу сообщение, а она не отвечает. Или она уснула, а? Алло, алло. Дочка. Ассалам алейкум, мамочка. Валейкум ассалам. Дочка, вы не спите? Слава богу. Папа открыл глаза. Он пришел в себя. Неужели? Честно? Да, честно. Очень хорошо, мамочка. Тогда я сейчас поеду. Нет, нет, не приходите. Медсестры сделали снотворное ему. Завтра утром приедете. Понятно. Ладно, мама. Ну, ладно. Услышав, я очень обрадовалась. Лучше, слава богу. Малика, я звоню сестре, но она не отвечает. Или она уснула? Да. Кажется, она устала. Уснула в моей комнате. Хорошо. Тогда завтра пораньше приходите. Хотела вас обрадовать этой новостью, если вы не спите. Понятно. Спасибо, мама. Тогда завтра утром мы с сестрой подъедем. Ладно. Спокойной ночи. Ладно. Вам тоже спокойной ночи. Хорошо. Я не должен был говорить тебе это. Ситуация совсем запуталась. Сорвинос. Что бы то ни было, знай, я люблю тебя. У меня очень много преград на пути к этой любви. Но я готов преодолеть все. Я готов. Ух. Ну где же вы? Алло? Алло, сестра, где вы? Я вам столько звоню, почему вы не отвечаете? Малика, это ты? Кто это? Это я, Шахзод. Твоя сестра, знаешь, я хотел... Я видеть вас не хочу!
Негодяй! Малика! Где я? В доме Офат Ханум. Офат? Ага. В доме Шахзода. Что? Что я здесь делаю? Ведь вчера мой папа... 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 Ассаламу алейкум. Твой папа не умер, что ли? Почему вы ждете смерти моего отца? Я наоборот беспокоюсь, жив ли он или мертв. Подавитесь своей добротой. Передай от меня привет. Я не знаю, что случилось с вашими детьми, но я знаю... Знаю то, что... Мой отец не убийца. Он не может лгать. Раз это так, оставьте его в покое. В покое, говоришь? Из-за твоего отца это слово уже... незнакомо мне. Находясь в любом месте, мое сердце и мой разум не дают мне покоя. Не говори, чтобы я оставила твоего отца в покое. Пока я жива, я не оставлю его в покое. Теперь он забудет, что такое покой. Малика, в тот день я был слишком груб. Прости меня. Сейчас я не хочу говорить об этом. Пожалуйста, повезите меня к отцу побыстрее. Ладно. Кто это? Уже несколько раз звонит. Сестра. Ответь. Может, у нее важное дело? Хорошо. Слушаю, сестра. Малика. Вы хорошо провели ночь с Шахзодом? Что ты говоришь? Вчера я звонила вам. Шахзод ответил мне. Я тут переживала о вас, а вы сразу побежали к нему. Не знаю ничего, не неси чушь. Потом пожалеешь о сказанном. Сестра, я всегда злилась, когда о вас плохо говорили. А теперь вижу, что люди зря не говорят. Вы не постеснялись пойти к Шахзоду, ведь папа же в больнице. Прекрати. Откуда ты взяла это? Папа пришел в себя. Умитака везет меня в больницу. Очень хорошо. Я тоже пойду проведать папу. Жаль. Если бы мы не встретились.
Дорогой, вам чай налить? Нет. Будете? Спасибо. Саджида. Слушаю вас. Где наши девочки? Почему их не видно? Я поговорила с Маликой по телефону. Она едет. Уже скоро будет здесь. А Сарвинос где? Где она? Она, наверное, вместе с Маликой. Они едут, дорогой. Хорошо. Пусть приедут. Я должен поговорить с ними. Дорогой, о чем вы опять думаете? Сейчас вам нельзя переживать и волноваться. Вам нужен покой. Немного наберите сил. Я должен рассказать им правду. Я не хочу, чтобы они смотрели на меня, как на убийцу. Хорошо. Хорошо. Только давайте решим все спокойно. А то у вас сердце не выдержит. Ладно. Ассалам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Идем, позавтракай. Не хочу, аппетита нет. Тимур, что происходит с тобой? Я волнуюсь за тебя. Ты не ешь, не спишь нормально. Брат, она разлюбила меня. Я вообще не узнаю Малику, брат. Она смотрит на меня, как на чужого. Может, на самом деле так и есть. Все, хватит! Немного приди в себя. Ты говоришь, я люблю Малику, люблю. Но есть дела важнее любви. Садись, позавтракай. Малика, ты пока заходи, я догоню. Хорошо. Слушаю. По какому вопросу? Я перезвоню. Сарвинос. Малика пришла? Да, пришла. Не торопись, у меня к тебе разговор. Что вы хотите? Где ты была вчера? Вы что, не верите мне? А вам-то что? Вы теперь муж моей сестры. Где я, с кем я? Почему это вы хозяйничаете надо мной? Уйдите с моего пути. Сарвинос, постой. Послушай меня. Отцу уже лучше? Врачи проверяют. Почему ты так смотришь? Я объясню тебе, что было вчера. Все и так ясно. Вы знаете, что я сделала ради вас и ради семейной репутации? Оказывается, вам нет разницы. Сестра, вы вообще человек, а? Наш папа борется с жизнью в больнице, а вы побежали к этому Шахзоду? Я же говорю, что все не так, как ты думаешь. Все, не говорите, пожалуйста. Я бы хотела верить вам. Если кто-то унижал вас, я заступалась. На самом деле, они были правы. Именно из этого мне было больно. Вы знаете это. Ты меня будешь слушать? Правда или нет, что вы вчера ходили к Шахзоду? Что? Что она говорит, Сарвинос? Это правда или нет? Я у тебя спрашиваю. Мама, да, я вчера ходила к Шахзоду, но я... Вчера ваша дочь провела ночь с Шахзодом. Мне стыдно, что у меня есть такая сестра. Все, прекратите! Я говорю, прекратите! Успокойтесь! Что за спектакль? Ты тоже успокойся! Сейчас вы оба зайдете к отцу.
Не дайте ему заметить что-либо. Об остальном дома поговорим. Лобар, иди сюда. Почему ты шепотом говоришь? Слушай. Все в порядке? Ну как, понравилось? Я не намерена выходить замуж за дурака, как ты. Прекрати шутить. Я для Сары нос купил. Как тебе мой выбор? Понравится ли Саре нос? Наверное, понравится. Теперь я должен найти момент, чтобы его дать. Где Сары нос? Сары нос ушла. Когда ушла? Недавно. Что ты прячешь? Я купил это для Сарвинос. Я думала, ты не забыл, что она дочь нашего врага? Нет, не забыл. Насколько я хочу видеть Сарвинос счастливой, и также хочу видеть ее отца несчастным. Ты не можешь этого добиться, не разлучив отца и дочь. Если ради любви ты откажешься от мести, я откажусь от тебя.